Окей, я вот до этого куска я пытался пройти этот этот участок 5 раз. Серьезно, я такого ужасного идиотизма не встречал вообще никогда. Я не буду вам это все показывать, потому что я такого ужаса наговорил, что просто не хочу это все показывать и задерживать вас лишние полчаса, потому что такого дебилизма не встречал. Во-первых, Двулихий, вот он вызывает подкрепление врагов, если даже ты их начнешь убивать. То есть постоянно будет ходить 6 мобов рядом с ним. Респаун врагов в игре, которая получила 10 баллов из 10 от многих изданий. Они шутят? Давайте посмотрим. Вот, ну, вы скажете, это дополнительный контент, он не относится к компании. А почему тогда его ложат в коробку с игрой? Это даже не Limited Edition, это обычное издание, в котором есть этот код. То есть, как бы, это относится к основной игре. Респаун врагов? Окей. Ну, хорошо, я понимаю, что это может быть измененные там, допустим, условия битвы, да? Но я уже на этой арене дрался 2 раза. Зачем меня гнать еще раз сюда? Ведь я не знаю, в каком месте это должно быть интересно. Вот объясните мне, пожалуйста. И еще про женщину-кошку. Вот смотрите. Она может достать вот до этой горгульи. Допустим, отсюда прыгнуть, да, отсюда. Стоишь вот здесь вот. Она не может прыгнуть туда. Это меня просто поражает. Давайте Балу. И бежим нахер отсюда. В общем, здесь нужно сосредоточиться на Двуликом. Я не буду показывать вам, как я до этого дошел. Но надеюсь, вам это будет неинтересно. Господи, это такой ужас был. Я просто не хотел еще делать получасовое видео для финала игры, которое по качеству было бы в 30 раз хуже, чем все остальное. Тем более, что там я что-то наговорил в титрах. Поэтому я покажу вам только, надеюсь, это будет финальный отрезок. Финальный мой аккорд. Сейчас подождем, пока эти пацанчики уйдут. О, ё! А, его можно бить? Я думал, что его нельзя бить. Вау, так его можно бить. Я думал, я так затупил ужасно, извините. It just keeps getting you into trouble. Вау, это все? Это все, для чего нужен был этот тупой эпизод? За что нужно было отдать 350 рублей тем, кто не купил игру новой? Браво. О, Бэтмен. Just couldn't keep away, huh? Can't say I blame you. There's still work to do here in Arkham City. Good luck with that. Some enterprising individuals decided to help themselves to my things. I intend to get it all back. Давайте вырежем просто все эпизоды из Женщины-кошки, получимся и посмотрим, что получится. Получится то же самое. И 2 киски остались. Чтобы менять персонаж, пользуйтесь точками переключения в различных местах Arkham City. Ну, все, что я думал по игре, я уже сказал. Я не считаю, не считаю, что это игра года. Не считаю, что это игра лучше Arkham Asylum. Она на том же самом уровне. Я надеюсь, что это прохождение вам понравилось. Надеюсь, что вы местами от души посмеялись. Надеюсь, вы поймете то, что я воспринимаю эту игру, ну, не воспринимаю вообще игры серьезно, но мои хихоньки да хахоньки были только произведены на свет лишь для того, чтобы вам было интересно смотреть. Я не прощаюсь с Бэтменом, пока что тут остались еще много заданий, остался режим испытаний, но они будут не
после, не сразу, потому что лежат еще другие игры, которые надо пройти, а основную кампанию я вам показал. Еще раз говорю, что... Еще раз. Надеюсь, что она вам понравилась. Поэтому, если вы ждете дополнительных заданий, то... ждите, они будут когда-нибудь скоро. Надеюсь, что не совсем долго придется их ждать. А пока что на этом все. Если вам интересно мое мнение насчет того, что я сейчас поиграл, и вы смотрите только это видео, а до этого не смотрели вообще, то можете промотать на видео вперед или на два, на видео вперед, на видео назад или на два видео назад, когда идут титры по экрану, и послушать, что я думаю об этой игре. Я рассказал довольно много, ну и немножко спойлернул. Поэтому, если вы боитесь спойлеров, лучше не смотрите. И на этом все. Спасибо за просмотр. И увидимся в следующих прохождениях, в следующих видео, которые обязательно появятся.